что там у вас, тишина пока? Говорю, не отправляют? Да, да, стой, сиди, без айки. Дай, блядь, нахуй, блядь, один сухарь, блядь, смиры, блядь, жрать, нахуй. Вы находитесь в Луганске, блядь, а не на Украине. А Луганск уже Россия, Российская Федерация, дорогие мои. Хуя-то, блядь, Российская Федерация. Угу. Путин уже давно подписал, блядь, постановление, что это РФ. Да, только РФ, блядь, что-то, блядь, роуминг берет, нет? Конечно, дерет. И связь украинская, да? Да. Мне лучше скажи, ты сам пошел или ты демобилизованный? Ну, слушай, блядь, я писал заявление, да, а мне поставили штампы в этом военнике мобилизованном. На шайка собралась, нахуй, не знаю, то есть только с автоматами, с пулеметами заходить в штаб и либо расстреливать их, нахуй. Ну, они этого ждут, нахуй, что здесь люди-то уже с ума сходят. Уже начинаются бунты, блядь, здесь. Сейчас просто пойдут и всех своих же офицеров, штабников всех, просто расстреляют и все, нахуй. Я уже, грубо говоря, мне уже, если сейчас поперек горла кто-нибудь станет, я расстреляю, нахуй. Своего же, блядь. Похуй, пусть меня посадят на 7 лет, нахуй, но я буду знать на что. Здесь просто внутренняя система, блядь, очень, блядь, ну, человека ломает. Так это вам надо там бунты поднимать? Хуй вы молчите, сидите в тряпочку. Кто, кто бунтует сейчас в основном, блядь? Они сажают в Урал, типа, все, вывозим в Россию, а сами, блядь, бросают, нахуй, за 500-300 метров, блядь, укропом, нахуй, блядь, и похуй, блядь, ну, два рожка дают, ну, чтобы нас убить, блядь. Остальное похуй. А сзади стоят пулеметчики, которые, если назад двинутся, они расстреляют. Я тебе говорю, как из-за говна вы, блядь, там Путину доебываете, блядь. А как тут, блядь, мужья погибают? Так вы, блядь, не можете ничего сделать, нахуй. Потому что вы, мы вам нахуй не нужны, блядь. Конечно. Да, только деньги, блядь, получать, нахуй, все. И все, что вы можете.